Челы, заходите на стримы. Есть одна ведьма, раньше она была настолько печально известна. Потом она встретила вас и волшебным образом влюбилась в вас. Наконец вы с ней обручились, и она хочет провести идеальную свадебную церемонию. Сможет ли она завершить свадебную церемонию и провести прекрасную первую ночь? Начало игры. Матерь Божья. Режим истории. Обновить. Что такое обновить? Донат. Режим истории. Нормальная свадьба. Приведите счастливую свадьбу. Всего стадий 5. Тяжелая свадьба. Кошмарная свадьба. Жестятина. Мы пойдем на нормальную свадьбу, естественно, пока что. Ой, вставай! Сколько ты еще будешь так лежать? Филин какой-то. Квадратик Ф. Отстань от меня! Я ничего не буду делать до самой свадьбы. Я даже есть ничего не буду. Платье не налезет, если я наберу вес. Я так нервничаю каждый день. Все нормальные люди нервничают, так что не суетись. Это легко сказать. Ну что, нашел что-нибудь из того, о чем я тебя спрашивала? Не надо меня недооценивать, эти глаза видят все на свете. Значит... Да, я узнал о человеческих свадьбах, так что вставай. Да, я встала. Ну, как я вижу, есть некоторые ритуалы, которые люди выполняют во время свадебной церемонии. Какие? Во-первых, невеста появляется в свадебном платье под красивую музыку, а потом... Она говорит какую-то... тарабарщину и на глазах у всех надевает на жениха сдерживающее кольцо. Ну и... И наконец, она вымогает у гостей подарки в качестве поздравления. Блеск, обожаю свадьбы. А после церемонии начинается первая ночь с женихом. Первая ночь? Ну что это такое? Я ничего об этом не знаю. Не притворяйся, что не знаешь. Ты могла видеть это, когда сводила знакомых. Ой, как ты смеешь говорить такое в присутствии дамы? Пожалуйста, не делай такое лицо, как будто у тебя есть идея. За ваше здоровье. Это заставляет меня нервничать. Мне только что пришла в голову отличная идея, помоги мне. Это будет лучшая первая, но... Нет, лучшая свадьба. Ой, что ты делаешь здесь, в этом лесу? Разве это не территория королевы суккубов? Ты прав, теперь ты можешь догадаться, что я собираюсь сделать, не так ли? Нет, не могу. Ты знаешь зелье, которое бабушка суккуб пьет перед тем, как соблазнить мужчину? Оно делает тебя очень соблазнительным, верно? Да, бабушка спрятала их тут и там, в этом лесу. Теперь я собираюсь найти их. Это заставит его... Ты же знаешь, что этот лес лабиринт. Ты привела меня, чтобы... Да, ты мой второй пилот. Я запуталась, потому что дороги здесь постоянно меняются, так что, пожалуйста, найди... Чего? Пожалуйста, найди мне, где находится зелье. О, точно, пойду нарву цветов для букета. И надо вымогать у чертей подарки. Так, вы можете почувствовать сильную магическую силу вблизи этого места. Сосредоточьтесь, и вы сможете найти точное место. Нам может понадобиться время. Устранить. Подозрительно, что здесь водятся черти. Убейте их, и они откроют вам местонахождение зелья. Ну давайте молочное зелье попробуем. А, она просто сама наводится. А что такое Space? А, Space это типа рывок какой-то. Повышение уровня. Дальность атаки букета вверх. Увеличение макс здоровья. Радиусу поглощения предметов. Давайте дальность атаки возьмем. Так, что за прикол? Какой цветок положить в букет? Офигеть, мы сами будем собирать букет на свадьбу? Развод на заставку. Букет создает ауру меча, наносящую физический урон. Опыт дьявола падает на 30%. Что? Плюс 25 урона от магии знакомых.
Давайте ирис. Кис-кис. Как взять? Это точно букет? Это выглядит как какая-то метелка, если честно. Увеличение скорости атаки букета. Скорость критического удара букета вверх. Блин, конечно, перевод топовый. Злой питон, знакомый. Призывает блуждающую змею, наносящую урон противнику, которого она коснется. Давайте, питон. А, вот он зелененький такой, да? Солнечный удар. Область. Дает область, которая длится вечно и наносит урон. Имба. Сила атаки плюс 8, радиус плюс 6,7. Количество попаданий плюс 1. Качаем. Мощности атаки букета. Давайте возьмем дамаг. Они нас окружают. Что? За ваше здоровье. Рассказываю, как играть в игру. Нажимаешь паузу, руки под стол, профитом, мамам. Итак, какое зелье мне выпить? Да, гайд подходящий. Зелье большой груди, уровень большой груди. Специализируется на магии взрыва. Зелье бедер. Специализируется на магии области. Уровень маленькой груди. Специализируется на магии снарядов. Слушайте, ну мне кажется, тут надо брать бедер, ребят. Магия области нам подходит. Давайте, выбираем. Пьет. О, мои бедра стали больше. Увеличение времени жизни. Энергетическая сфера. Зверь порщина. Мышцы. Так, там какой-то элитный босс. Ой, я пойду босс, конечно. А, ну тут в любом случае куда не пойдем. Давайте сюда. О, хилочка. Так, солнечный удар, конечно, качаем. Область растет, как и наши бедра. Как и наша душа. Жаль, что на эту игру нет NCFB патча. Так может наоборот хорошо? Может наоборот хорошо? Ведь как говорят, вот, в женщине должна быть загадка. Вот ты такой заходишь в игру, и что, она сразу голая такая стоит. Вывалил наружу свои большие бидоны нахрен. Стоит такая неприкрытая, и ты такой, типа, еще, и в чем смысл? Когда есть секрет, так называемый, есть и интерес какой-то, да? Так, ну давайте возьмем новую тему на область. Мы же как раз специализируемся на сидении на лице, так сказать. Энергетическая сфера, да? Качаем. Уровень зверя. Специализируется на магии знакомых. Зелье мышц. Специализируется на магии ближнего боя. Зелье порчи. Специализируется в магии проклятий. Слушайте, я даже не знаю. Ну, зверя, наверное, возьмем. Погоди, она станет кошка-женой, что ли? Это фурия? No way. Но у нас есть зверь, у нас питон огромный. Поэтому придется брать фурия. Так, что-то поменялось. У нее хвост вылез наружу. Ощущение на спине. У меня появился хвост, говорит. Безумие. Так, а мы идем сражаться с боссом, друзья. А это что, у меня волк еще, смотри, ни хрена. Мой собственный мохнатый друг. Сейчас босс появится, ребят. Он идет. Зло грядет, вот он. Это самый настоящий босс-гем.
Так, надо, наверное, урон качать. Что на пробел будет? А, погоди, цветочек. Цветочек типа внизу, что ли? Меня трахают, трахают, трахают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень больно. Букет наносит урон области с вероятностью 10%. О, нам надо вот это. Так, добить босса. Босс добит, и мы получаем еще один халявный цветочек. Создает... Что? Создает щит, наносящий фиаско противнику и блокирующий вражеские снаряды при перемещении вокруг ведьмы. Анимон, плюс 25 уклонения. Фиаско. Букет наносит взрывной урон. А что такое уклонение? Типа просто по мне шанс промазать? Давайте попробуем уклонение тогда взять. Итак, мышцы, грудь или бедра? Ну, конечно, бедра качаем дальше. Сильное зелье бедер, кстати. Оно 2 дает увеличение. В бедрах стало тесно, говорит. Что-то я не вижу особого увеличения. Еще один босс, что ли? Ой-ой-ой, мне кажется, босса мы еще одного не потянем. Хотя давайте попробуем еще. А хп-то у нас не восстановилось. То есть это хп на весь ран. Плюс 25 урона от магии знакомых. Периодически наносит дополнительный урон противнику, находящимся рядом со всеми призванными знакомыми. Ха. Вообще звучит прикольно, сирень. У нас питончики гоняют. Знакомые. Хи-хи-ха-ха, не хватает. Вуду какой-то щел пришел. Безумный. Звездопад область. Создает область, в которой падает маленькая звезда и наносит урон. Хорошо. Давай, тварь. Получай, огребай. Такой, конечно, босс без понтовщик. Мог бы подушивать немного. Цветок клинка, клевер и ромашка. Генерирует область, наносящую урон области и следующую за ведьмой. Имба. Ромашку давай. Ну что, зверька дальше качаем? Давай, пей. Так что узнал, что рывок нужно зажимать. Усиление волка. Пока ничего не поменялось, да? То есть оно, походу, не на всех фазах меняется. Жаль, кстати. Так, ну в этот раз нам не выпало то, что мы прокачиваем, придется взять что-то новенькое. Либо мышцы,
либо мини-буби, либо биг-буби. Давайте возьмем биг-буби, ладно. Это зелье действительно делает грудь больше. Так. Это что? Королева суккубов? Почему я вернулась в свое обычное тело? Это снова... Господи, боже мой. Королева суккубов собственной персоной. Теперь ты нашла своего мужчину и можешь жить спокойно. Почему ты нарушаешь мою территорию, а не идешь домой? О, бабушка, давно не виделись. Ты по мне скучала? Это бабуля. Почему мое тело вернулось? Что ты сделала? Да, это была моя сила, я просто вернула то, что мне принадлежит. Ты знаешь, сколько нужно мужчин, чтобы приготовить зелье, которое ты выпила? Не будь эгоисткой, ты же суккуб, я знаю, что ты и так можешь быстро их наполнить. Так не поделишься ли ты ими со мной немного в качестве подарка на мою свадьбу? Ты такая бесстыжая, раз украла чужие вещи и так говоришь. Не называй меня бабушкой. Я вытягиваю из мужчин дух и становлюсь моложе, мое тело выглядит моложе, чем у тебя. Ладно, бабушка, поможешь мне? Однажды я хотела убить тебя, но передумала. Я поймаю тебя здесь и сделаю своей рабыней на всю жизнь. Грудь у тебя большая, а мозг такой маленький. Так, королева суккубов, это она. Безумие. Ау. О, хилочка, да. Еще одна хилочка. Ой, бабуля. Берегись. Это что, только начало было? О, no. Замораживает противника, пораженного букетом с критическим уроном. При использовании букета вылетает бомба, наносящая урон от взрыва. Давайте вот это. О, черт. Дело плохо. У нее есть вторая фаза. Метеор фиолетовый вызывает в небе метеор, наносящий урон от взрыва. Берем. Бам. Блин, все такое фиолетовое, что я не вижу немного проджектайлов каких-то. Так, пускай ее грызет волк, наверное. Просто будем на безопасном расстоянии находиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Сюда весь попит. Качаем метеор. Хорошо, что хилочки часто выпадают. Что за
Отличный звук. Стоп время. Ага. Бабуля. Так, надо ее задамажить просто чуть-чуть. Легчайшее. Легчайшее. Пройдите уровень. Easy. Так, ведьма убеждает королеву суккубов и с ее помощью готовит высшее зелье. И наступает день большой свадьбы. Поздравляем! Убили 1000 дьяволов. Опаньки. Чё за она? Нормал эндинг. Special thanks to you. Так, можем что-то качнуть. У нас 213 монет. Сила атаки. Давайте силу. И скорость. Мало денег, конечно. Так, открылась тяжелая свадьба. Мы должны пройти игру, разблокировав хотя бы один наряд ведьмы. А тут есть наряды? Так, а что за любовное зелье? Это зелье бедер. Слушай, тут есть еще всякие. Давайте другие попробуем. А, полное превращение. Ну да, мы так и не дошли до конца. В этом и прикол. Давайте вот это попробуем. Какой-то ядовитый поушен. Двадцать пять урона от магии проклятий. От магии снарядов. Давайте попробуем от магии проклятий. Количество активаций каждой магии увеличивается на один. Слушайте, вообще вот это звучит как имба. Что? Взрыв маны? Какая-то имба. Перегружает ману, нанося взрывной урон. Берем. А взрыв это бубы, по-моему. Быстрые удары. Наносит физический урон ближайшему противнику. Не, давайте пока, наверное, просто качать урон. Тут, походу, создать можно с помощью мышц какую-то гигачадику прям. Доминатор что такое? Ой-ой-ой. Так, уровень большой груди. Но нам надо большую грудь опять брать. Увеличение радиуса атаки святая граната. А в чем вот прикол вот этого зелья, которое здесь показывается? Непонятно. Здесь находится запечатывающее устройство, на котором выгравирован отпечаток дьявола. Его можно снять, если влить в него манну. Осторожно, здесь хранитель. Пойдем посмотрим, что это такое. Ой, хранитель.
А, типа в него нужно вливать ману, но при этом он может задамажить? Блин, как же забрать цветочек? Тяжело. Щемят, защемляют. Букет наносит урон от проклятий. Букет наносит урон области. Букет создает молнию, наносящий урон от снарядов. Ну давайте проклятие возьмем. Попробуем бубы плюс... Ой, бля... Бубочки умирают. Дэдге. Хилку молю. Ну, блядь, он... Мы выиграли или нет? А, стоп, мы выиграли. Я думал, я сдох. Сильное зелье проклятия. Слушайте, надо брать, надо брать. Мне кажется, что мой разум пустой и тусклый. Количество ударов увеличивается. Прикосновение бездны, терновые щупальца. А что поменялось? А, рога у нее появились. Блин, тут босс. Пипец, но у меня 0 хп. Магия проклятия заставит противника бежать. Критический урон наносится противнику со 100% здоровья. О, боги. Ну где же хилочки? No. Так, босс сдох. Развалил ласт босса, офигел, узнав, что у нее две фазы. С первого трая через Биг Бубу цветок на возрождение зарешал. Но я тоже с первого трая прошел. Так, радиус атаки. Блин, радиус атаки звучит топово довольно. Давайте возьмем. Плюс 25 урона от магии взрыва. Берем. Или букет наносит взрывной урон с вероятностью 20%. Топово. Терновые щупальца. Создает щупальца, наносящие урон от проклятия противника, которого коснулись. Итак, сильное зелье проклятия. Снова что? Мы станем суккубихой? Берем. Ничего не поменялось. Рой летучих мышей, волна очарования. Так. А, тут еще один босс, что ли? Ёпарасоте. Погоди, что-то появилось? А, крылья на жопе появились, что? Генерируется волна с вероятностью 5% за каждое попадание физической магии. Смерть врага наносит урон проклятие другим врагам. Ну, берем вот это, наверное. Так, пока живем, хилочки выпадают хорошо. Как вообще щупальцы работают? А, ну вот они из земли вылезают. Создает рой летучих мышей, наносящих урон от проклятия противнику. Берем. Блин, что-то они подтушивать начинают.
У меня рывок не откатился. Молю хилку, молю хилочку, хилочку. О, да. Да, еще бы скорость передвижения качнуть не повредил. Ну, кстати, нормально. Он просто идет за мной и умирает от мышей. Вроде топово. Лаванда. Магия области. Нам не надо. Выпускает снаряд вперед при использовании букета. Давай. Так, угол атаки, радиус атаки. Можно докачать суккубиху. Докачиваем до конца. Конечно, грудь тоже прикольно, но... Чё за она? Я хочу стать грязной. Это уже слишком. Так, ну пойдем еще одного босса. Я смотрю, я вовремя. Здорово, Витек. Да, самый подходящий момент. О, нифига, она теперь разбрызгивает какие-то штучки. Плюс 100 максимального здоровья, плюс 5 восстановления здоровья в течение 10 секунд. Что? Блин, плюс 25 урона от магии проклятий. Ну, одуванчик, мне кажется, это такая сейвовая тема. Проклятие. Ядовитое облако создает облака, наносящие урон от проклятия противнику. Ну давайте, тоже возьмем. О, хилочку. Да, вот это неприятный немного босс. Страшно. Так, у нас еще есть магия взрыва, да? Давайте возьмем магию взрыва. Плюс 15 к радиусу атаки. Буби. Ну, буби теперь качаем, чем. Уф, говорит, в груди становится тесно. Изменения здесь, походу, я не знаю, на каком левеле. На первом, на четвертом и на шестом, что ли? Стоп тайм. Букет наносит урон от проклятий. О, имба. Хи-хи-хи-ха-ха-ха. Опять этот босс, что ли? Откройте 100 тыквенных ящиков.
Так, ну можно в целом взять... При использовании букет вылетает бомба. Давайте одуванчик возьмем, потестим. Бесполезен ли полезен? Блин, грудь не докачаем, к сожалению, походу, да? Одного левела не хватит, чтобы грудь на фул качнуть. Ой, я не должна его пролить. Так, еще. Что-то поменялось, ребят? Экспертная оценка нужна. Я, честно, не вижу прямо больших отличий. Больших отличий. Блин, тут жестко. Так, ну знакомых у нас нет никаких, поэтому давайте кактус возьмем. Блин, там еще один цветочек, надо как-то вернуться. Я не знаю, как туда вернуться. Так, сюрикен генерируется с вероятностью 33% за каждое попадание магии снаряда. Противники вокруг ведьмы становятся медленными. Букет вызывает знакомую пчелу. Давайте медленных врагов. Знакомая пчела. О, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как много урона. Так, ну здесь не факт, что вообще выиграем. Нужно искать хилочки срочно. О, хорошо. Отлично. Нормально, пол хп уже сняли. Давайте в том же темпе. Домой. Изи. Такс, пройдите уровень сложности тяжелая свадьба. Так, что-то будет интересное сейчас, новенькое, я надеюсь. Большая свадьба. Получите повреждение 100 раз. Ага. Новую сцену, молю. Опа, что-то... Новое? Что за нах вообще? Суку. Corruption ending. Да, ребят. Кто хочет закораптиться, так сказать? Ставьте дьяволеночка в чат. Давайте возьмем вот так. КПшку. Просто количество. Давайте хп, наверное, вот это. Реген. Правда, 1 хп в секунду, это очень... Три зелья быка. Погнали на мускулистую концовку, ребят. Ну давайте бубистую, ладно. Жесть, 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 жесть. Блин, не подобралось, ноу. No!
А цветочка здесь нет, что ли? Я опять не вижу. Молния. Случайно генерирует вокруг себя молнии. Сука. Как же больно. Это просто кошмар какой. Когда будем делать гигачат девочку. Ну вот сейчас можно было вообще-то сделать. Слушай, ну тут уже тяжело, конечно, выживать прям. Начало очень трудное. Бля, у меня есть... Меня трахнули. Блин, какой же здесь плохой рывок. Этот рывок как будто бы даже фреймов неуязвимости, что ли, не имеет, непонятно. Он настолько... Настолько коротенький. Так, не знаю, может попробовать на тяжелой свадьбе еще разок лучше, вместо кошмарной. Давайте попробуем бедра докачать. Да? Шестьдесят 9 урона, найс. Блин, бедра это не взрыв, бедра это область, по-моему. Так, критический урон наносит дополнительный урон области. Критический урон наносит противнику со 100%. Генерируется волна. Давайте маргаритку. Но тут, походу, как я понял, в одном уровне могут только два скилла выпасть, видимо, в начале. То есть вот если выпало на взрыв и вот этот душман, то все, они так и будут в ротации выпадать. Секретный билд через букет. Секретный, да, билд через целомудрие. О, зато бедра сразу второго уровня будут. Кайф. Давайте пойдем вот сюда и потом в центр. Создает область, в которой падает маленькая звезда, наносит урон. Погнали. Тоже берем. Так, магия области генерирует еще одну такую же, когда заканчивается с вероятностью 25. Это топ. Лучше, наверное, лаванду взять. Так-с. К сожалению, нет здесь на бедра ничего. Ну тогда буби, наверное, качаем. Огненный шар. Еще скиллы разные выпадают, да? Так, теперь точно идем сюда. Букет наносит урон проклятий, скорость передвижения знакомых. Давайте, наверное, тогда дуванчик возьмем нейтральный. Взрыв. Замораживает противников, наносит урон от взрыва. Была не была, берем. Thank you.
И огненный шар. А сколько у нас вообще слотов там еще? Если я возьму огненный шар, еще два слота будет? Не знаю даже. Я бы оставил для области больше, наверное, навыков. Маны как будто не попадает совсем. Блин, бедра единичка всего лишь. No. Пьем все равно. Энергетическая сфера. Так, ну надеюсь, нам повезет. Какой игры сюжет? Сюжет в том, что мы, ну типа я игрок. Понравился этой ведьмочке. И она теперь готовится к свадьбе со мной, типа. Пьет всякие зелья, чтобы мне понравиться, чтобы все было топ. Так, периодически наносит дополнительный урон. Знакомо. Знакомо. Генерирует область, наносящий урон области. Гоу. Надо все равно качать его, чего уж. О, имба! Супер бедра выпали. Это нехорошо, но ради него, говорит. Плазменный импульс, черная дыра, нахрен. Что? Так, осталось одно зелице. Надеюсь, нам выпадут бедра. Ядрись, сколько налетело. Так, цветочек, цветочек, цветочек. Замораживает противника, пораженного букетом с критическим уроном. Блин, ну это букетом бить. Давайте кактус. Пум-пуру-пум-пум-пум. Давай, бедра, 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 зелье на бедра, зелье на бедра. Нет, зелье на бедра нет. Ну, Биг Буба, тогда. Угу. Ну чё, последний шанс. Ну, ладно, либо Бубой должны выпасть, либо бедра. Что-нибудь из этого. Желательно двойное, двойное зелье. Большое. Блин, там две тыковки были. Плюс 180 угла атаки букета. Оживляет один раз. Берем лилию. Ура, бедра или буби. Но надо бедра докачать, я считаю, все-таки. У нас все-таки билд на бедрах. Давайте бедра докачаем, бедра. Итак. Трансформейшн. Что за жестятина? Нормально будет такой большой. Я боюсь, что
так я выгляжу скучной и не понравлюсь ему. Так там и бубы как будто тоже выросли, еще они какие-то невероятные. Так, ну погнали. Так, теперь главное выжить. Ради постельной сцены. Так, а где босс вообще? Я даже не вижу. А, вот он. Вот он, босс, где. О, так ее можно еще и качнуть, что ли? Ой, а хп это улетучилось. Есть еще возрождение одно целое. Нравится игра? Да нормальная игра в целом. Фан-сервисы звезды. Ну что ж, ведьма побеждает королеву суккубов. Вот это на переднем плане — это вы, ребят. Эти темненькие фигуры — это вы. Ну и зад, конечно, безумием. Да уж, все сказано, как бы. Все уже сказано, как говорится. Безумие. Спасибо, байтер, большое.